Привет, ребятушки! Хочу сообщить хорошую новость и для кого-то нехорошую новость. Но я не знаю, почему этим раньше не занимались. Ограничения для аккаунта, нарушения политики использования вступят в силу с 5 сентября. А что это такое? Это, то бишь, вводится ограничение на использование различного ПО. Время и дата ограничения начинается с 11.40 5 сентября 2023 года. Количество аккаунтов, на которых распространяются ограничения 162. Причина ограничения – политика использования. Технические средства использования неразрешенного ПО. Это как кликеры, макросы, боты и все такое, что помогало им даже не подходить ПК, а просто ваша бота-ферма бесконечно фармила, сама выставляла там. Я когда-то давно, давным-давно качал бот на каком-то еще фришном, там где разрешался бот, тоже пользовался прикольно, там бишаси я цеплял, чтобы качаться легче было. Ну не знаю, как вот это ограничение, 162 аккаунта, это максимум 4 человека забанили, потому что скажу по Леоне второй, вот примерно я знаю 5 фермеров у нас на Леоне, у которых там больше 20 окон, наверное, я не скажу точно, но... Если они на ботах играли, то прискорбная для них информация. Но это надо было давно сделать. Как они, ну, проводят свои проверки, вот тоже интересно. Я очень рад, что это произошло. Это надо было делать еще раньше. Потому что эти бота-фермы, они просто заполонили игровой мир. И становится игроков меньше, а вот этих ребят, которые РМТшат, больше. Ну, ничего плохого не могу сказать. Это их не заработок и все такое. Но они убивают игру просто. Ну как убивают игру? Игра сама себя изжила, потому что вот у игры будет второй год скоро. Новых людей нет, старые ребята играют и бота-фирмы. Новичок приходит, понимает, что тут ловить нечего. Донатная помойка и уходит, как бы там докачался до 50-го. Понял, что нужно донатить или там на непонятно каких ресурсах покупать чаров. Линейка уже не та, уже прошло время, уже нет тех топ-сайдов, которые боролись за справедливость, за веру Адена и все такое. Это время прошло, сейчас просто осталось вот этот бизнес-план или как, я не знаю, как назвать это. Как вам эти обновления, вы рады? Ну, я думаю, естественно, вы рады, кто ботом не пользуется, то что, ну, реально. Это бот дает очень большое преимущество перед обычным игроком, честным игроком, которому нравится просто играть. Возможно, этот игрок даже РМТшит. Посмотрим, как оно будет работать. Я уверен, там какое-то обновление в бота введут ребятушки, которые будут заниматься этим, и на этом все закончится. Мы на это посмотрим. Ладно, с вами был Розе, всем до новых встреч. Ha 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 ha!